Против троих жителей Шымкента заведены уголовные дела по популярной статье 405. Нуржан Абильдаев, Жанмурат Аштаев и Ерлан Файзуллаев обвиняются в том, что опубликовали прямой эфир в Фейсбуке. В постановлении следственного суда сказано, что они запросили специальную психолого-филологическую комиссию, которая провела экспертизу и пришла к заключению, что в выступлениях обвиняемых есть признаки участия в запрещенной организации. Они не участники, есть только признаки участия. Когда назарбаевским следователям нечего пришить мирным гражданам, они используют подставных экспертов и свидетелей. Неугодных власти граждан пытаются связать с запрещенными судом организациями. Это противоречит резолюции Европейского парламента, где ДВК и Коще признаны мирными оппозиционными движениями. Тем не менее, сотни граждан находятся под непрерывным давлением властей. Жена Жанмурата Аштаева заявила, что полиция провела в их доме обыск, во время которого всех членов семьи держали в одной комнате и не давали присутствовать при осмотре. После чего прокурор на брифинге заявила, что у них дома нашли марихуану и завели дело по статье 296. Мужчины отвергли предъявленные им обвинения. Абильдаев, Аштаев, Файзуллаев выходили на митинги против китайской экспансии за освобождение политических заключенных. Их неоднократно задерживали, били и угрожали тюрьмой. К ним приезжали агенты КНБ, предлагали деньги, машины, но активисты отказались. Они убеждены, что идут правильным курсом и продолжают бороться. Сейчас более 250 человек несломленных, которых преследуют по уголовным статьям. Особенно Назарбаев боится жителей Алматы. Здесь самое большое количество политических заключенных и преследуемых. Предприниматель Асет Абишев осужден на 4 года за репост записи в Фейсбуке. В заключении его жизнь в большой опасности. 7 апреля правозащитница Терегожина сообщила, что Асет в знак протеста порезал себе обе вены. Находится в тяжелом состоянии в штрафном изоляторе. Режим усиливает репрессии над гражданами. Неделей ранее активист с третьей группой инвалидности был госпитализирован, потому что якобы нанес себе колотые раны живота. От подобных телесных повреждений умер в изоляторе Дулат Агадил. Невиновных людей долгие месяцы держат в тюремных камерах, пока они ждут назарбаевского обвинительного приговора. Молодая женщина Диана Баймагамбетова участвовала в мирных митингах, а теперь рискует здоровьем в СИЗО. В прошлом году она перенесла операцию, ей необходим медицинский уход. В изоляторе у Дианы не хватает элементарных средств гигиены. Она должна пройти медицинское обследование и вмешательство. Режим ставит под угрозу ее здоровье. Барабанщик протеста и многодетный отец Кайрат Клышев помогал семье Дулата Агадила пережить потерю, а теперь его самого забрали из семьи. Активным гражданам нужна поддержка и вера народа. Каждая семья может пожертвовать в эти сложные времена 10 тысяч тенге, чтобы поддержать наших храбрых борцов в сложное время.